И снова всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я продолжаю прохождение игры Ярость. И сейчас, как и говорил, я направляюсь к девке по имени Салли. Только я не помню, где она находится. Предложение Салли. Так, к ней. Так, в баре. То есть здесь ты? Эй, парень, ищешь работу? Вот что я тебе скажу. Без репутации ты ноль. Если хочешь, чтобы местные хорошо к тебе относились, заслужи их уважение. Не знаешь как? Очисти дороги от бандитов. Здешние обитатели сразу тебя зауважают. Да и мой бизнес пойдет в гору. Я заплачу за каждого бандита, убитого в пустошах. Выгодная сделка для нас обоих. По рукам? Согласен. Отлично. Похоже, ты начинаешь понимать, что к чему. Хорошо. Ну, перед этим давайте-ка мы все-таки сходим к мэру. Узнаем, что он от нас там хотел. Рад, что ты здесь. Твои силы пригодятся. Нужно решить небольшую проблему на севере. Бандиты раскапывают кратер на севере. Ходят слухи, что они получают чистый филтрит. А в их руках он очень опасен. Съезди и посмотри, что там такое творится. И что бы они ни делали, привези образец. Дорога длинная и идет через адски опасные места. Так что сначала как следует запасись боеприпасами. Не тормози, друг мой. Что бы там ни делали бандиты с филтритом, достань. Хорошо, к мэру сходили, а что от нас хочет шериф? Чем я ему так приглянулся? Что он меня так хочет? Ты вернулся? Хорошо. Есть проблема, и я думаю, что тебе она по зубам. Но твой крошечный багги не для севера. Боюсь, тебе придется найти что-то помощнее. Тебе реально нужно заполучить Куприна. Мне надо отвезти припасы на север. Возвращайся с хорошей тачкой, ладно? Самый легкий способ получить Куприна – выиграть его. Джеки Викс, вот кто поставит тебя на нужный заезд. Я понял. Опять гонки. Но с гонками давайте будем разбираться позже. Сейчас мы... Так, сейчас мы выполним задание Салли. Так. Что-то я быстро выдыхаюсь, однако. Ну что, погнали? Грузись, давай. Так. Так, ну я понял, что надо бандитов уничтожать. А где мне скажут? Ага. То есть я могу ее просто уничтожать и все, любую. Хорошо. Ну тогда едем по заданию основному. Хорошо. Одна машинка есть. Бля, это что еще за хрень?
Ё-моё. Вот это жесть. Да, от такой машинки надо убегать. Точнее, уматывать по полной. Фак. Иди сюда. Один есть. Так, и третий. Да вы гоните! Ладно, идем впритык. Ну, в принципе, уже не надо. Блин, патроны кончились. Вот это не круто. Просто совсем не круто. Ой-ой-ой-ой, не туда поехал. Назад, вперед. Да шо ж ты так заносишься? Фу. Да иди ты нафиг, блин. Долбаная вышка. Надо будет ее подорвать в будущем. Ништяк. Да, что-то в холодненькое место я приехал. Надо тут по-быренькому разобраться. Да шо ж вы такие крепкие, блин. Ни на во что. Все обоймы выпускать. Да, это как-то нереалистично. Я что, пульками какими-то стреляю? Ох, ладно, нет, это не важно. Давайте сделаем то, что от нас тут хотят. И уедем отсюда. Взять обработанный филорит. Что вы задолбали вылезать? Все, валим отсюда. Тут мне больше делать нечего. Так, где моя машинка? Где моя любимая машинка? Тихо. Фу. Ну вот, в принципе, и все. Пока все тихо.
Да, но это... О, опять эта машинка. Так, ребятки, ну что, я справился. Радуйтесь. Задание выполнено. Так, Салли, ну что, заплатишь мне? А ты хороший стрелок. Надеюсь, скоро увидимся. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Хорошо. Так, мне нужен Куприно. Ну ладно, давайте сейчас отдадим камушек мэру и пойдем погоняем немножко. А, молодец. Видно, я в тебе не ошибся. Я знал, что бандиты что-то замышляют. Ты это подтвердил. Я уверен, в любом случае, эта штука небезопасна. Нужно, чтобы ты отнес это кому-то, кто знает, что это и что, черт побери, нам с этим делать. Тут есть старик Квасир, отшельник, очень умный человек. Иди к нему. Он посмотрит образец, проверит и поймет, что на уме у бандитов. Я сообщу Квасиру, что ты придешь. Как знать, что этот псих может сделать с незваным гостем? Спасибо, успокоил. Хорошо. Погнали на гонки. Внимание! Спонсорская пыльная 8 открыта! Всеми любимое событие! Хочешь автомобиль? Хочешь выиграть пару сертификатов? Увидимся! Тогда спонсорская пыльная 8 то, что тебе нужно. На ней местные лидеры индустрии показывают товар лицом. Тут тебе и гонки, и реклама, все довольны. И если хочешь участвовать, тогда лучше найди себе спонсора. Фух, так. Джеки Викс, он организует гонки. Выиграть Куприна в ходе гонок. Крутым гонщиком. Крутым. Продам запчасти. Так, значит, ты только запчасти продаешь. Что ты ищешь? Да, значит, тачки ты не продаешь, это я понял. Выиграть, выиграть. Хорошо. Постараемся выиграть. Хочешь глянуть список заездов? Удачи. Ну давайте еще чуть-чуть погоняем. Что тут у нас? Вроде бы время есть, можно и поездить немножко. Да, машина у нас что надо.
Дюба, хорошо сманеврировал. Но все равно я тебя перегоню. Так, это типа был первый круг. Я понял. Блин, чувак, ты хороший, ты на поворотах просто мастер. Но у кого турбо, тот и рулит. Блин, ага. Чуть-чуть не повезло, ну да ладно. Вот так вот. Ладно, все-таки второе место. Ну, что ж поделаешь. Не обогнал. Жалко. Ходят слухи, парню из того шоу «Убей мутанта» или как его там, требуется водитель. Если хочешь, поговори с ним. Ты найдешь эту обитель ужасов на Южной магистрали. Ищи знак с его лицом. Так, отправиться на запад в студию телеканала. Спасибо, что заботишься. Убей мутанта. Даже не знаю, кто. У меня есть все, что нужно твоей машине. Так, это мне нужно типа с убежища типа уехать, да? Или я ошибаюсь. Ну, сейчас узнаем. В убежище находится это место, или мне нужно куда-то в другое место ехать. Ну, давай, грузись. Нет, все-таки в другое место. Ладно, поехали. Опять. У меня нету патронов, чтобы с вами сражаться. Идите нафиг. Достали. О боже, это что, это они? Да вы издеваетесь. Ё-моё. Блин, мне уже стрёмно. Смотрите-ка, кое-что новенькое. Похоже, сегодня я не зря встал с постели. Я полагаю, ищешь спонсора? Класс! Muy bueno! А ты симпатико, да. Тебе нужен спонсор, а мне нужен участник. Игра простая. Выходи на арену, и она начнется. Все просто. Убей или умри. Выживешь, сделаешь мне хорошее шоу, получишь спонсора. Как просто у тебя все выходит. Ты готов? Чудесно! Устроим шоу, я буду крутить его годами. Зашибись. Сейчас будем шутерить по полной, как я понял. Но это хорошо. Приветствую вас, дорогие!
дорогие зрители, на очередном зубокостетропительном шоу «Убей мутанта!» У нас в гостях совсем свежий участник. Явился прямо из прошлого и кажется крутым. Но готов ли он к состязанию, мы скоро узнаем. А сейчас дорогу герою! О, чую я, что зря я согласился. Участнику надо пройти все испытания за время, показанное на электронном табло. Проще простого? Не скажите. Мы приготовили целую партию северных мутантов. Они быстрые и кровожадные, так что нашему герою придется попотеть. Итак, начнем наше представление. Убей или умри. Вот и все правила игры. Ты ж еще живой. Потрясающе! Да вы издеваетесь. Что за... Так, все совсем плохо. Это что, еще не все? Вы готовы ко второму испытанию? Чё за... Я этого шерифа, блин, убил бы после такого. Ну да ладно. Послал меня, блин. Поздравление участнику! Ты заслуживаешь дополнительный раунд. Теперь у тебя есть шанс выйти. Все просто. Стреляй в цель, чтобы остановить колеса на призе, прежде чем кончится время. Берегись мутантов!
Удачи! Ладно, попробуем, что надо делать-то. А вот оно что. Ладно, и так сойдет. До сих пор наш участник показывал прекрасные навыки выживания. Надеюсь, он готов к следующему вызову. Добро пожаловать в бухту разбитых кораблей. Я попал. Просто попал. Да вы гоните. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Этот эпизод вы увидели благодаря автозапчастям Расти. Расти помогает ездить уже 10 лет. Ну, для первого раза довольно-таки неплохо. Лучший боец месяца. Ты получил спонсора. Удачи в гонке. Стой, 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 пока не ушел. Хочешь сняться еще в одном эпизоде, а? Деньги не маленькие. Прости, но не сейчас. Мне уже хватило с головой. В прямом смысле этого слова, твоего испытания. Так, значит, спонсор у нас есть. Филрит. Разберемся позже. Куприно. В принципе, сейчас у нас он это задание.
Так, ладно, все, езжаем в убежище и закупимся патронами, чтобы вынести этих гадов. Хорошо. Так. Так, ну что, давайте починим машинку. Хорошо. Так, и давайте сейчас быстренько сгоняем сюда. Ты отлично выступил в шоу «Убей монстра». Я знаю. Таких запчастей нигде не найдешь. Ну, давай. Чё, выбрал? Так, ну думаю, 2000 мне пока сойдут. Так, это у нас взрывчатка, щит, это, ну это все бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вот эту одну штучку я бы, да, три штучки приобрету, думаю, сгодятся. Так, а это у нас продается только за выигрыш в гонках. Я понял. Теперь будет летать. Спасибо. Старик Джей Кей 100 лет не выставлял своих гонщиков в заездах. Надеюсь, ты водишь не хуже, чем стреляешь. Иди к тощему, и удачи тебе. Да уж, постараюсь. Хочешь выиграть пару сертификатов? Так, спонсируемая гонка. Удачи. Да постараюсь ее выиграть. Хотя в этом, конечно, немножечко сомневаюсь, но вдруг повезет и я ее выиграю. Приветствуем любителей гонок на спон. Нифига себе, это что такое было? Неплохо. Блин, плохо завернул. Иди нафиг, я выиграю эту гонку. Так, последний круг. Надо не облажаться. Ну или хотя бы постараться не облажаться. Давай. Готово. Фу. Куприно получен. Вот так вот. Отличная гонка, друг. Куприно найдешь в гараже. Спасибо. Вернуться к шерифу. Как скажете?
Отличная победа. Фу. А, стоп, шериф. Ты выиграл отличную тачку. Шериф сюда. Рад, что ты нашел себе тачку, которая может держать удар. В твоем задании это критично. Нужно пополнить запасы в Северной дозорной башне, но добраться туда непросто. Из-за бандитов. К счастью, у нас есть ты, а у тебя укрепленный транспорт. Это будет трудно. Думаешь, справишься? У меня есть выбор. Удачи, тебе следует поспешить. Хорошо, так и сделаем. Так, и что у нас по заданиям? Значит, припасы для сторожевой башни, образец филрита, ДЛСное задание, награда Салли. Хорошо, давайте сейчас отправимся к башне, а потом и филритом займемся. Красивая таченция. Так, выбрать предметы. Что это значит? А, это я понял. Настроить. Так. Ничего. Ничего. Так. Обидно. Ничего мы не можем проапгрейдить пока месть. Ну да ладно, все.